короче, ну, почти расстрелялся. Я вот оставлю, так что мы вместе тут летаем. Ребята, из Днепра, вы это будете смотреть, может, вы знаете этого парня. Анатолий, да? Посмотрите, какие красоты. Сразу такой.
Не-не-не, не переживай, если я это самое. Не переживай, я бывший альпинист, поэтому все эти перегрузки, падения... Слушай, а самому, наверное, прикольно, да? Ты же легкий.